партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі «Гінгговіт» – інноваційний продукт з Чехії. «Гінгговіт» допомагає очистити кровоносні судини і відновити здоров'я. Британская писательница Джоан Харрис однажды сказала: «Октябрь стремительный, такой сочный, такой ароматный в своем золотисто-алом сиянии, с ранними белыми заморозками и ярким преображением листьев. Очарует ли нас также второй день октября, расскажу вам я, Олеся Вайнер. Здравствуйте!» Итак, согласно данным синоптиков, Украину в понедельник ждет небольшая облачность с частыми просветами. Дождевые тучи заденут лишь северный регион, понадобятся зонты и киевлянам. А вот теплую одежду стоит подготовить всем украинцам, так как температурные показатели продолжают понижаться. В среднедневные часы термометры покажут плюс 12 градусов. А сейчас детальная погода в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 6 до 12 градусов тепла. Ночь в регионе обещает быть пасмурной, но ближе к утру облака местами расступятся. В Кропивницком вечерние часы вовсе прогнозируется ясный небосвод. На юге страны термометры в течение суток покажут от 8 до 15 градусов со знаком плюс. На протяжении всей ночи и последующего за ней дня тучи над южными городами то будут расходиться, то вновь закрывать собой осенний небосвод. В Херсоне после заката облака полностью исчезнут. Если вам необходимо улучшить память, слух, зрение или мозговую активность, покупайте в аптеках «Гінгговіт». «Гінгговіт» – партнер прогноза погоды. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 3 и 16 градусов выше 0. В Ивано-Франковске ровно облачно будет до наступления вечером. Ночью возможен туман. А вот во Львове обратная ситуация. Сюда облака зайдут лишь после заката. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 4 градуса, а максимальная дневная достигнет 11 градусов тепла. Ночью и днем северный небосвод будет плотно покрыт серыми облаками, но в утренние и вечерние часы над Черниговом, Сумами и Житомиром возможны небольшие прояснения. На востоке также предвидится переменная облачность, а время от времени небосвод и вовсе будет ясным. Местные термометры в течение суток покажут от 0 до 13 градусов тепла. Ежегодно в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чье значение сложно переоценить. Ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные недуги. Всего самого наилучшего, самого доброго и светлого вам! А вот теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут от 1 до 5 градусов со знаком плюс. А днем прогнозируется 12-13 градусов тепла. Чистым небо будет лишь в ночном Северодонецке. В остальное время в области царит облачность с многократными просветами на небе. В Донецкой области ночные температурные показатели составят от 0 до плюс 8 градусов, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 12 и 14 градусов. Жители Славянска порадует ясная ночь, но уже утром облака будут наблюдаться по всей области. При этом синоптики не исключают и просветов на небе над Славянском, Донецком и Мариуполем. В Днепропетровской области после полуночи ожидается от 3 до 7 градусов выше 0, а в дневное время 12-13. В Павлограде день обещает быть ясным, однако Днепр и Кривой Рог облака зайдут еще ночью и не покинут его до позднего вечера. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 6-12 градусов тепла в понедельник в Киеве начнется под пасмурным небом, что приведет к осадкам в утренние и дневные часы. А вот вечер в городе предвидится безоблачным. Это была вся информация о погоде на понедельник 2 октября. Успешной вам рабочей недели и до встречи в нашей студии. «Гінгговіт» – головний захисник судин та мозку від старіння, виготовлений на сучасному фармацевтичному заводі у Чехії. Завдяки тому, що препарат містить 120 мг екстракту гінкобілоби в одній таблетці, він підвищує еластичність кровоносних судин, розріджує кров, чистить лімфу, підтримує серце та покращує розумову активність у будь-якому віці. Про наявність препарату в аптеках міста дізнавайтеся за телефоном